съемка видео запрещена. Почему мне кидают ебаного тиктокера, который сидит на контент снимает? Это тот клоун, который на пудже вот здесь встает, кукает. Я подписан, кстати. Еще ему очко идет, слышь, а пососи. КП сюда, все убиваем! КП! Ну что, блядь? Что у тебя У меня дорогой микрофон, HyperX Quadcast. Я тут Телеграм открыл, а это ты на аватарке? Ну да, я чё. А сколько вес, брат, сколько вес реально? Ну я похудел, 160 кг. Ну ради чего ты просыпаешься по утрам, тай духа, ради чего вот? Да мне, я бы на самом деле мечтал бы не проснуться просто. Ультон! Помогите! Мы убьем всех! Спасибо, брат! В Доте наконец-то вышел новый патч «Павший корона» с крутыми нововведениями. Но самое лучшее из них это, конечно, шмотки в Доте, а купить их можно, пополнив свой русский аккаунт с помощью Steam баланса. Я лично тут пополнил баланс и советую вам этот спасительный для геймеров сервис. На этом сайте пользователи сделали уже более 3 миллионов пополнений. Новые сетики с арканами не ждут, такое пропускать нельзя. Пополнить Steam тут можно за 10 секунд с минимальной комиссией. Хочешь выиграть Steam Deck просто за пополнение Steam? Все просто. На сайте каждый месяц разыгрывается Steam Deck между теми, кто пополнил баланс от 5000. Ежедневно сервис удваивает пополнение от 500 рублей своим случайным пользователям. Все это можно найти на странице с розыгрышами. А на странице скидок, внимание, можно найти скидки до 90% на все игры Steam. Все игры сразу в одном большом списке, и сразу видно, доступна ли игра в России, что очень удобно. Короче, рекомендую этот сервис всем, кто собирается увидеть все сетики из новой обновы. Так что ставьте видос на паузу, залетайте по ссылке в описании и удваивайте пополнение. Забирайте халяв на Steam Deck и покупайте сетики. Ссылка внизу. Кто ливнет за бабки? Кто ливнет, пожалуйста, пока есть время за бабки. Блять, мы это проиграли. Хуй это играть. Я на СС, брат, не проигрываю. Ты что, знаешь, какой у меня винтрейт на СС? Только активно началось, мне активное. Какому кретину, брат? Кретин! Через Е пишется, брат! Через Е! Нахуй! Пятый Б-класс! Долбаный, это от слова крит, блять. Все, брат, извини. Брат, хочешь я тебе сейчас игру скину прошу на СС? Я на СС не проиграл. Так знаешь, какой у меня винтрейт на СС, брат? У меня на СС винтрейт где-то, блять, я не знаю, там что-то 70% было. 70% винтрейта, брат, 70% винтрейта, я еб... Да завали ты ебало свое, блядь, иди снимай нахуй тиктоки, чел. Завали ебало свое, пожалуйста. Да 7%, ты не 70. Какой 70? 70, 70. Пожалуйста. Алло, ты пивная сиська, династия третьего цеха, почему ты думаешь, что твое мнение какой-то вес будет иметь, брат? Зачем ты хрюкаешь мою сторону? Не слышу! Извините! Посмотри, видел! 15 игр. Завали свое ебало, блядь. Ты пивная сиська, в хуй мне это скажи, ты такой своему деду расскажи на уровне ширинки, нахуй ты хрюкаешь мою сторону, тебе 3000 ММР дать, брат, нахуй. А у тебя что, больше? Алло, блядь. У меня 6200 было, ты, сука, 6200 машины, а тут два мира жопа, ты ебало, видел? Я людей убивал, let's go bottom first, друзья. Я пацаны, бля, пацаны, нахуй, ты пиздец, кто-нибудь ливнитин пиздец, это уёбище, ебало. Тебе надо было антимага, это самое, пикнуть, братишка, для полного этого самого. Это какой-то вообще трэш, нахуй. Почему мне кидают ебаного тиктокера, который, блядь, сидит на контент снимает? Пусть идет в кастомке этот контент свой дырявый снимает. Я не тиктокер, сука, это я нормальный человек, не обзывайся. Я нормальный человек. YouTube Shorts это другое, YouTube Shorts это не тиктокер. Это верно подмечено, я одноклассниках распространяюсь. Алло, бабок, сука, развлекаю. Это же хуйня, блядь, он никому не интересен, этот бездарь, блядь. Он сидит как обезьяна, орёт, никому не нужно, блядь. Это тот клоун, который на пудже вот здесь встает, кукает. Да нахуй, дурак. Ты Homo erectus, я Homo ludens, ты понял? Ты знаешь, что такое Homo ludens? Ты лох, сука, ты за биологию не разбираешься, сука, лох. СФ, ты меня что? Слышишь, СФ. Чего? Че? Твои бабки erectus, когда она видит, нахуй, кто-то играет. Откуда у меня? Мне 3000 человек, кто тебя, откуда мама? Ты задумался вообще об этом, нет? СФ, ты меня слышишь? Чел, если будешь с ним общаться, вас тоже замучу, я не хочу слышать это, на. Ладно, по Олмут, долбоёб, заебал. Да, Олмут будет, и все, нахуй. СФ, ты меня слышишь, скажи. Да, слышу. Я говорю, это ты вот тот тип с Ютуба, у которого здесь на пудже закрывают людей. Ну я, да, я, и что, я. Я подписан, кстати. Еще ему очко идет, слышишь, пососи. Не слушай этих пивасиков, брат. Они думают, что они игроки какие-то там после завода пришли, думают, как бы что-то понимают, дайте, брат. А я как бы человек серьезный, я как могу их в жопу дать? Ой, если им. Ужас, блядь. Просто веселительная программа, расслабь, пусть веселит. Какую музыку на все слушать? Давай, мне тебя уважать вообще, да в доте нет? Я это, бутырка. О, запахло весной, па-па-па-ра-па-пам, боль снимет рукой, па-па-па-рам-пам-пам. Что скрывать, друзья, тогда уж, сука, слушай на все, слышишь? Так ты зайди в ТГ, посмотри, как я выгляжу. Ну, битвы, 22 деная. Говорит, 22 деная, чел 4 уровня, блядь. Да он с щитами играет, долбой, ты не видишь, что ли? А, он умер, бей хуй, то почему думаешь, он игрок? Давай. Ой, блядь.
свой чат, пауза. Свой знак в знаке вопроса написал. Будь долбоёбный, Сефи, нахуй. Паузу поставил. Я знаки вопроса от страха на свой чат написал. А ты как пиво обносишь на арбузе? Забыл спросить, такая как бы ситуация у меня возникла в голове. Мой девиз по жизни: ни капли в рот, ни сантиметр в жопу. Какое пиво, нахуй? Ты вообще конченый. Не, про пиво понятно, а в жопу то есть можно, да? Понял ситуацию, понятно, брат. Ни капли в рот, ни сантиметр в жопу. Ну, погнали трахать, хоть я реводж поставлю. Я не буду холодить, я в припок нужну, бля. ТП сюда, ТП сюда, все убиваем! ТП, 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 что у тебя с телефоном? У меня дорогой микрофон, HyperX Quadcast. Саш хрюкнул, нахуй. Яйца щекочет под столом, честно скажи. Замути, Хакс, ты с ними общаешься, с этими животными. Замути на курсу, блядь, долбоёб. Я фармить 3 минуты, пока у меня рвач не отдается. Мне очко заляпано, ну, в смысле, очки имеется в виду, я очки купил. У меня очко недавно выпало на улице и разбилось, я в шоке был. Ради бога, мне нормально. А можешь еще раз, брат, так честно, сука? Нет, я не клоун, блядь, я не клоун. Я взрослый, блядь, мужчина порядочный. Два неполных высших образования у меня, инженерных. А что у тебя с микрофоном, брат? Ты как будто звуковой барьер. HyperX Quadcast Pro, блядь, 12 000 рублей, блядь, покупал. На нахуй. Почему ты Я буду эту хуйню делать, блять, накидывать ебать. Все, иду ебать, дуру. Блин, автоверни, это точно она? Рэвэдж давать? Она пол. Я бы пацаны ревнул, но реально бы не играл бы эту игру. Это пиздец. Давай. Полежи мое очко, блять. Ой, да пиздец. Похуй, продаем долбо. Продал долбо. Солоно. Какой у тебя ангельский смех, брат? Я не актер. Я верю, брат! Мам, тебе не интересно. Ну нахуй, припи***л, перепал, долбоёб. Мужики, да блин, камни нужно покачаться, потом в игру. А чё у тебя синька, подожди? А чё Оксана синька, не обобиться, блядь? Да что ты, блядь, с играми сегодня? Погнали, реводж есть, реводж есть, гол. Бич-доктор, ульту поставишь в реводж, убьём всех. Давай, хорош. Давай! Где пол фармит, дурак, палкой нахуй. Я бы тебе нахуй тьманную кашу насал нахуй. Най сульта, черт, лысый. А хуя бы дети занимаются? Чтобы посмотрели ебаные дети, блять, и сделали ха-ха. Ну, я просто не понимаю. А нахуй тебя мать рожала, медведь ебать. Мега хуй. Да, у тебя 10 тысяч матчей, ты играешь на 2К ПТС, блядь, ещё нахуй. Да они на ТикТоке там или Ютубе, я знаю, хуй ничего не снимают. Мне лучше жопу показывать начальнику на заводе, чтобы он тебе ебал, как Михалыч нахуй Дулина, блядь. Я на заводе на каждому руине. Какому каждому? Ты не сфи, брат! Ты свой канал видел, блядь! Ты 1-0-1-1 килл в игре, блядь! Твой сва, трое, четверки, треки лап на линии, ты что? На имбе пусача! На имбе пусача проебал, блядь, лая нахуй! Брату му ебал! Сука, я гуляю! Долба, еще орёт какую-то хуйню, блин. Я твой телеграм открыл, а это ты на аватарке? Ну да, я чё? Ну я и чё, блин. Я поймал, На нахуй якорь! Якорем в жопу, это лучше надо. Давай! Трахать, соло, блин! Кто пи***л на... Курьер! Убью! У меня реванш есть! Гоу! Ас гоу! У меня есть эта хуйня! Какая, брат? Вот это! Я прыгаю, я ёбаный! Опа! Давай! Ну помощь! Ну помощь! Соло руинит игру, бля. Я говорю, реванш есть, погнали убьём. Проклял, долбоёб. Брат, а это реально ты? На телеграм-канале реально ты? Вот фоточки твои? Thank you.
Конечно, я! Ребята, там кружки записывают. Ой, а где я, брат? Продали, да. Осуждаем все. Осуждаем, не поддержим, максимально осуждаем, не поддержим. Я домой, нахуй. И все. Если хотите, мы втроем попытаемся, мы выиграем. Соколы, слушайте, и все. Пиздец, кола-кола, я бы сейчас попил, нахуй. А сколько вес, брат, сколько вес, реально? Ну я похудел, 160 кг. Продаем, долбоёб. Про выражение скуф, что думаешь? Олицетворяет меня. Уже уроком. Сосоло. Солина, вот ради тебя, брат, на Тайдхунтере я вот живу. Ради вот. Я вот спрашиваю обычного тиммейта, ради чего? Вот ради чего ты просыпаешься, брат? Ради чего ты просыпаешься по утрам, Тайдуха? Ради чего вот? А мне я бы на самом деле мечтал бы не проснуться просто. Потому что падал что-то просыпаться. Ну у меня сосед долбой ремонт начал, я не могу не просыпаться. А ты не смотрели его чисто стены сверлят голосом, тебе чего дам? Не дай бог, ты звукоизоляцию не сделал, тебе пизда просто будет. Годал потрахать все. Гоу в смоку, у нас все ульты есть. В чем проблема? Они фидят, нулевой. А на достаткнулся, у нас есть реверс, блять, и все кнопки. Ну ахуелись, дрочите, блять. Нет, вот по фармите тут. Ну ты фармишь, блять, у нас есть рассадку ульталич доппера. Гоу. Давай, брат, давай. Да мы нихуя не сделаем с тобой вдвоем. Курьера убили, пиздец. Иду, брат. Я же буду жить вечно. Хорош. Да, ёбаный рот. Вы тут играете. Если эти обезьяны станут фидить, то мы изи выиграем. Обезьяны нахуй на жопе написано. Что мне делать, когда у меня Керри на стадии драфтов говорит ГГ про ебаный Ливнитина? Я только тогда и буду пикать и откисать. Мы на победу играем, нахуй. Это было всегда сказано. И мы не руинили никогда, а ты дезморалишь, ублюдок. Ты понимаешь, что Керри это самая важная роль в игре, нахуй. И когда ты дезморалишь команду, это все, нахуй. Хуя играть на меду и будущем, блядь. Если ты руинишь игру мне, блядь. Бля, я застрял. Похуй, топор я. Легенда, нахуй, давай 5 миллионов. Мне блядь, суки, вы же суки из гика. Вы из гика, вы актеры профессиональные. На, хорош. Ульту. Помогите! Мы убьем всех! Ович, доктор, за сейве! Спасибо, брат! Не могу, нахуй! Это же долбоёбы какие-то легендарные! Ты легендарный долбоёб. Я уважаемый человек, два неполных высших образования. На, нахуй, профил, долбоёб. Я не люблю, хуй, не помню. Ой, а я кончаюсь. Оставь. Мне, я резую! Вич-доктор ебаный, блядь, чёрт. 10 репортов. На нахуй, дура. Поймал. Ой, блядь. Ну, Урса соло руинит игру. Сын саппорта его выпал, Керри нахуй руинит. Это ну так не плакал, я клянусь, у меня все то самое. У меня же так мало травма детка открылась. Мужики, кто-нибудь. Ах, блядь, тоже руин, это просто, блядь, хуй делай. Если втроем стояли, ты бегал. Мудак ебучий! И говори, что я руинер, блядь, или что с руинер? Ты чё, ебаный сын саппорта, блядь? Крипов фармишь, у тебя две кнопки, блядь, наставят маледит, нахуй, ульт. Ты их фармишь крипов. Идем, последний файт, я иду ебать. Байбэк. Ой, нет, я передумал. Я пофармил, ребят. По руинят игры, невозможно выиграть. Лустрик ебучий, нахуй, в каждой игре. Я говорю, я до крипов понял, что мы проебали и пикнул тайды. Я бы мог пикнуть. Мы next идем пати, брат, мы next идем пати. Погнали, кидай запрос. Кидай запрос. Фу, пригласи в группу. Мы идем в пати с ним, это пи***ть. Нейтрал у меня забрали, ребят. Да танцуешь, блядь! Снайпер, ебать! Пивная ты сила, какая же ты пив... Да, блядь, 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 блядь
же ты пивная сися, только не какой же скуф, просто скуфео. Закрой рот, снайпер! Ой, давай! Ой, блядь, у тебя давление нахуй поднимется, придется мерить. Алкоголь, он вредит организм. До 40 лет, понял? Не 22 года! Не, я не знаю, как вы, но я типа вниманием женским пользовался. Типа я ж красивый пиздец.